Уважаемые земляки, власти Калмыкии опять хотят лишить нас права выбора. В очередной раз уже новые временные власти Республики Калмыкия делают все, чтобы мы не могли выбрать кандидата, которого хотим выбрать сами. Реальный кандидат на должность главы республики Намсыр Манжиев был лишен права зарегистрироваться, и это решение приняла избирательная комиссия Республики Калмыкия. Мне хорошо известно, что Намсыру Манжиеву не засчитали 3 подписи депутатов местного уровня. 2 депутата при этом, выступая в суде, сказали, что на них оказывали давление и что их буквально заставили ранее расписаться за Бату Хасикова. Я считаю, что это произвол и беззаконие. Я считаю, что Бату Хасиков и его окружение, а также те кандидаты, которые зарегистрированы вместе с ним, прекрасно знают, что они фактически уже сейчас фальсифицируют выборы. И не желая мириться с этим, региональное отделение КПРФ, а также мы, члены исполкома Чулгын съезда Айрат Калмыцкого народа, проводим совместный митинг 17 августа в 17 часов на Аллее Героев возле памятника генерала Басана Бадминовича Городовикова. Я обращаюсь ко всем элистинцам, ко всем жителям республики, ко всем, кто не боится, кто имеет свое мнение, кто неравнодушен к итогам предстоящих выборов, прийти и принять участие в нашем митинге. Давайте поступим так, как поступили жители Карачаева-Черкесии. Когда у них избирком не зарегистрировал список оппозиционных кандидатов, жители Черкесии вышли на митинг и стояли до тех пор, пока этот список не был зарегистрирован. Я убежден, что мы в Калмыкии также способны на подобный поступок. Еще раз повторяю, не сидите дома. Приходите и примите участие в митинге 17 августа в 17 часов на Аллее Героев в городе Элисте.